Степан Михайлович Жулоб стал первым анапчанином, получившим звание Героя Советского Союза. Во время Советско-финской войны он отвечал за оборону в районе полуострова Тюрин-Саари. Его взвод 4 дня удерживал плацдарм в сильнейшие морозы, не позволяя врагу пройти вперед. Теперь вам придется соответствовать гордому имени земляка, Героя Советского Союза. И, наверное, все-таки теперь все свои действия и поступки соизмерять с тем серьезным званием школы. Теперь к вам будем и по-другому относиться, и за вашей учебой смотреть по-другому. И, наверное, все-таки у вас должен быть и появится стимул учиться лучше, активнее участвовать в общественной жизни школы, своего населенного пункта. И, конечно же, в будущем соответствовать герою. Возложение цветов и митинг. После официальной части ученики школы запустили в небо белые шары, как символ мира. Это было неожиданно, и это было очень приятно, это очень ответственно. Поэтому сегодня мы ее будем открывать. Ребята о Жолобе знают много, я уже сказала. Планируем мы уже большое мероприятие, посвященное героям Советского Союза. У нас в школу закончили два героя Советского Союза, еще Егор Лариков. Мы планируем большой праздник, посвященный вообще участникам войны, героям войны, неизвестным участникам войны. Но я считаю, что это очень почетно, это достойно носить звание, тем более имени Жолоба, потому что этот человек сделал очень многое для нас. Еще он тем более и жил в субсехе в наших краях. И еще одна новость, которая была озвучена сегодня. С этого года школа будет носить имя Героя Советского Союза Степана Жолоба. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.